открывается крыша. Всем привет, Ласио. Мы находимся в очень хорошей зоне. В небольшом здании. Здесь всего 3 этажа. Через этот дом уже море, где-то сколько, 100 метров. Здание с лифтом. Большая терраса. Здесь у нас 2 спальные комнаты, зал с кухней, балкон. Все, что необходимо для того, чтобы хорошо отдыхать. И самое главное, кладовка и гараж. Гараж 5 метров. Но X5 не встанет, X4 встанет. Вид на горы. Рядом, о, смотрите, даже там где-то, вон там видно море, есть уголочек. Нельзя сказать, что его нет. Здесь у нас детская площадка. Там парковка для друзей. Ну, и самое главное, что у вас есть свой гараж, что очень редко валось всего. Вот такая вот лестница, улитка. И мы попадаем с вами в апартаменты. Цена очень интересная. Вы посмотрите, перейдя по ссылочке на наш сайт azarov.ru. Зона очень тихая. Ну, здесь только поменять мебель, а так полы их отполировать. Все очень прилично. Еще один балкончик. Приличный вход. Мы сейчас спустимся. Вот этот открытый гараж. Все очень прилично. У нас здесь ванная комната с ванной и душевой кабиной. Небольшая спальная комната. И большая спальная комната. Вот эти мне очень понравились. Здорово. Солнечная сторона. По всем вопросам, как всегда, переходим на наш сайт azarov.ru. Там все будет информация, цена и условия покупки. Все, спасибо, на связи. Так, спускаемся вниз. Здесь есть лифт. Нормально, 3 человека спокойно. В Ласио в основном лифта нет, потому что старый фонд. Сейчас пойдем посмотрим гараж. Вход очень приличный. Дом был недавно отреставрирован. Сейчас покажу. Это не считается.
внутри все нормально. Так, и вот гараж. Все на связи.